бои, конкурентные бои. И думаю, все ждут главного боя. Дмитрий Юн против Мазаряна. Это будет хорошее противостояние. Сегодня вечер легковесов. Как проходит вечер? Какие бои ты отметил? Что понравилось, что нет? Здесь действительно зрелищные бои. Я уже успел соскучиться по боксу. И, как сказать, долгожданный вечер бокса. Это первый вечер в этом году. Здесь вот проходит восьмерка, турнир до 55 килограмм. И, как обещают, победитель этого турнира сможет сражаться за пояс WBO. Поэтому вот смотрим. Из ярких боев, наверное, хотел бы отметить Володю Никитина и Иржана Залилова. Они очень зрелищный кровавый бой показали. И, на мой взгляд, итогом стала заслуженная ничья. Сейчас вот Асрор дерется, тоже яркий боксер таджикский. Поэтому интересные бои, интересный вечер. Скажу, что соперник чем-то удивил. Просматривали перед боем его бои, анализировали. На каждый бой настраиваемся, как на последний. Не могу сказать, что этот соперник был сильнее или предыдущие были слабее. Есть над чем работать, в каких-то моментах не дорабатывал. Как говорит тренер, были большие паузы. Видел вас, тоже смотрел в Сочи, вот эти проводились бои 4 по 3 раунда, вы тоже там были. Как вам вот этот регламент понравился, как там было организовано? Я просто по телевизору смотрел. Да, хорошая идея на самом деле, и ребятам проявить себя, потому что на телевидении, в прямом эфире, и многие ребята стали для меня самого открытием, поэтому для людей, увлекающихся боксом, это... как новое открытие для ребят, это возможность показать себя для дальнейшего перехода в профессиональный бокс, заинтересовать промоутеров, менеджеров, как шаг именно от любительского бокса к профессиональному. Хороший шаг для ребят. Ну, там некоторые были уже с профессиональной какой-то карьерой, любители и профессионалы там как-то, ну, на начальном этапе. Некоторые, да, а некоторые любители и любители, которые не сборники, они... к сожалению, неизвестна широкой аудитории. И именно вот на турнирах такого формата они могут проявить себя. Ну, а кто вот из бойцов понравился? Ну, я, честно сказать, болел за Шамиля Аскерова. Он мой одноклубник. Он два ярких победных боя провел. И, наверное, я так не вспомню еще. Вот Супертяж мне понравился. Тяж, вот 18-летний, это, да. Да. Он явным аутсайдером шел. И в равном бою получил заслуженную победу тоже, на мой взгляд. Ага, это предпоследний, да, бой, который вот комментировал? Это в полуфинале, да, еще. Юновидов стал открытием. Юновидов, он 4 боя провел. 4 победы, я как раз следил для за тяжелым весом. Для такого формата и тяжелого веса это большой стресс для организма, он большой молодец. Да, он не выиграл каких-то явных лидеров, но тем не менее провести 4 боя за 4 дня – это серьезный уровень. Благодарю его за этот поединок. Желаю ему скорейшего восстановления и здоровья всем вам. Будет, не будет. И как вот подготовка к бою Team Dzyu против тебя? Изначально, да, вспыхнула волна такая, что, ну, бой может состояться. Ну, 80% я был уверен, что бой примут. Потом, да, с переговорами, как бы, получилось так, что они говорят, у нас есть свои планы пока, а потом как-нибудь мы согласны отбоксировать с тобой. Поэтому мы ждем, может, это к лучшему. Ну, пока застопорились, да, переговоры. Да. Просто он там анонсировал уже нового соперника своего. Да, у них свои планы, они идут по своей дороге, тоже хотят стать чемпионом мира, я их прекрасно понимаю.
высшем уровне здесь все проходит. Бои довольно-таки хорошие, интересные, конкурентные проходят. И сейчас планируется шоу хорошее в марте месяце, говорят, большое. А я, между прочим, здесь увидел, что Битербиева опять переносит в Москву, там уже на март. Ну, что-то там идут переговоры. И 20 февраля Чудинов. С Челембой будет очень интересно, да, будет. Да. Ну, у них же тогда отменилось, они куда-то должны были где-то в Владикавказе, по-моему. Да, у них должен был быть бой. И пандемия закрылась. Это будет очень интересное противостояние на самом деле. Ну а что, Челемба как, вот, помнишь, в Геленджике мне сошел, не сошел, или ты считаешь, что есть у него форма? Я считаю, что он опасен. Опасен даже сейчас и дальше. У него большой опыт, он действительно вырос как боксер, вырос? Да, я считаю. Если взять первые бои на начальном этапе, даже взять бой с Власовым первый, где он в 10-м раунде побывал в нокдауне, но тем не менее он дальше продолжил бой, он проиграл, но... Кто проиграл? Власов. Власов, да. Ну, в нокдауне Челембу, да, продолжил. Да, я посмотрел, да. Бой тоже. Ну и с того времени я считаю, что вырос, конечно, Челемба. Я не мог все свои то, что я умею, не делал. Вот из-за этого я сегодня недоволен своим боем. Как бы я мог бы раньше закончить бой, но из-за травмы, из-за этого я не смог. Ну, как бы выйти в 9-м раунде я закончил. Ну, у нас другие планы были. Я не смог все доделать, как бы из-за травмы. Вот я сегодня недоволен. Но я рад, что получил титул. Я рад, что как бы я давно шел к этому титулу. Знаю, ты сейчас ездил в Англию, там какие-то сборы были, какие-то тренировочные. Да, я проводил там сбор, замечательный зал, Адам Бут тренер. Мне нравится в этом зале находиться, тренироваться, как бы в режиме спорт, режим спорт. Сколько там провел? Месяц. Месяц, да? Да. Ну и как, вот что-то новое почерпнул? По-любому что-то новое, да, у них своя система, своя тактика, как бы все по-другому. То есть ты использовал там местных тренеров, там с ними, да, работал? Да, я с ними работал, со всеми, да, получается, там находился. А что-то там, диетологии, например, что-то у них свое? Нет, диетологии у меня никогда не было. И там тоже не было? Я сам, да, рассчитываю еду, кушаю полезное, да, диетолога у меня не было. То есть тренировки, спарринг-партнеры, да, какие-то, да, советы, да, вот да. Это все, да, почерпнуть, да, что-то, да, питать, вот такого плана. Да. Ну, то есть понравилось тебе? Да, очень понравилось. Хорошо, ближайший когда бой у тебя будет, что-то есть? Ты ждешь? Уже я жду. Планируется бой в мае. Ну, я думаю, что в феврале, может быть, объявят бой. И надеюсь на это, что объявят бой, что, ну, у меня в мае будет бой, хороший бой. Большой вечер бокса будет. Пока соперник неизвестен. Пока соперник неизвестен, ждем. Ну и, соответственно, в России, наверное, да? В России, да, в Екатеринбурге будет это. А, тогда такой вопрос. Какие бои, например, ближайшие ты ждешь? Ну, профессиональные, естественно. Если честно, наш одноклубник будет боксировать Шавкат Рахимов против Джоэль Диаза в Америке за титул чемпиона мира по IBF. Потом Давида Ванисян будет боксировать с Джош Келли. Я вот с Келли там в зале тренируюсь. Мне тоже это противостояние интересно. Также Поветкин, как его зовут, соперника, забыл. Ну, я понял, да, 6 марта бой. Да, 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 этот бой тоже очень сильно жду. А на кого ты поставишь этот бой? Ну, Поветкин должен выиграть. Должен выиграть, все, да, опять ставят, мне кажется, на соперника, ну, как и первым. Это, он считает, что повезло ему, да. Ну да, он злой был очень, очень был злой. Дилан Уайт. А, амбициозный такой, забавный. Очень много противостояний хороших до моего боя, если честно. Мне очень... Знаете, я когда смотрю такие большие бои, я свой все равно делаю какой-то анализ, да, у себя в голове, что учусь на ихних ошибках, на каких-то, и беру такой зрительный опыт. А тогда такой вопрос тоже интересный. А хорошо вот учиться, например, смотреть на зрительных, учиться на ошибках, смотреть бой вживую сидя, либо по телевизору? Вот есть разница? Да,
Вживую намного ты впитываешь больше эмоций, чем через телевизор. А бой по-другому смотрится? Бой по-другому, ну, вот конечно, да, именно технически. Да, по-другому, все по-другому. Вживую ты ощущаешь дыхание, там все, ты это все вживую видишь, а в телевизоре это все равно телевизор. А как тебе вот все-таки возвращение вот этих ветеранов, Тайсон, Рой Джонс, вот все-таки нужно, не нужно? Вот, честно говоря, побеспокоились бы о здоровье на самом деле, но тут же понимаешь в то же время, что людям нужны деньги, и они зарабатывают на этом, и я думаю, только поэтому они выходят. Но тем самым показали, в принципе, неплохую подготовку и технику. Мне кажется, не Рой Джонс. Ну, не Рой Джонс, а я говорю Рой именно за Тайсон. На ногах. Он очень хороший боксер, талантливый. Я ценю его. Ближайшие планы. Когда ждать на ринге? Может быть, известен соперник? 27 марта у меня серьезный бой. Поэтому готовимся. Соперника пока говорить не буду, еще анонсирования не было, но всем понравится. Это вот бывает, говорят, что не та позиция, сейчас та позиция. Будут все довольны, поэтому важный бой для меня, будем готовиться. Здесь будет проходить? Здесь будет, да.